Евгений Петрович Козлов, главный тренер МФТИ. Евгений Петрович, проиграли второй матч подряд 0-3. Расскажите, как вы планировали строить эту игру и что получилось, а что нет? Ну, мы изначально сегодня готовились к длительной осаде на 80 минут. Ну, и все, в общем-то, было под контролем до удаления и этого штрафного, с которого нам забили гол. И, соответственно, уже вдесятером было очень тяжело отыгрываться. Игроки не успели перестроиться после удаления? Нет, все перестроились. Штрафную не зависит от расстановки. В вашей команде много травм. С чем это связано и как готовиться к следующему туру, который для вас начнется уже на этой неделе? Да, кадровые проблемы большие, травм много. Ну, с чем это связано, сложно сказать. Стечение обстоятельств. Как готовиться к Тамбову? Ну, будем восстанавливаться. У нас неделя на восстановление. И отдыхать будем, Наконец, о планах вашей команды. Вы говорили то, что вас устроит, если вы наберете больше очков, чем в прошлом сезоне. В связи с этим вопрос, вы будете готовиться отдельно к командам, которые, ну, как бы по уровню с КФУ, или все матчи для вас одинаково важны? Ну, для нас есть удобные команды, такие как «Орел», с тем же «Ростовом» мы удачно играли. Есть команды, с которыми вообще очень тяжело набрать очки. Вот в прошлом году из всех трех команд мы не набрали ни одного очка, а в этом году три. Так что пока все по графику. Ну, наконец, последний вопрос. Вы считаете, организация удалась в этом году турнира? Да, вполне. Очень неплохая организация. Поля, погода. Так что нам, я бы сказал, повезло с этим.